Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас с яркими новорингойцами в нашей программе онлайн. Это именно те люди, которые не только делают что-то интересное, но еще и успевают об этом рассказать в соцсетях и даже показать. Давай смотреть! Учиться, учиться и еще раз учиться. В нашем обзоре редкий гость – учитель русского языка и литературы Александр Семенов. У него не только степень кандидата филологических наук и большие познания в своих профильных предметах, но еще и активная жизненная позиция. Всем этим он делится с подписчиками на странице ВКонтакте, а также в своем телеграм-канале. Учение – свет, а блогерство – тренд. Как с этим поспорить? Игорь Васюренко так прямо и пишет в статусе на своей страничке, что он местный блогер. Возможно, мы уже о нем рассказывали в наших других сюжетах. Однажды он нам даже помог провести социальный эксперимент, в котором сыграл роль плохого парня и пытался увести чужих детей с площадки. На, держи, будешь такую конфету? Еще вот это вкусное очень. Смотри, вот такую конфету можно собачке дать. Держи. Это для собачки. Если она сейчас найдется, она очень обрадуется этому. Подробнее ищите на нашем YouTube-канале по слову «эксперимент». А вот страничка самого талантливого новорингойца. Заходите, смотрите глазами блогера на наш северный край. За веселый контент отвечает все большое семейство Игоря. Следующая страничка тоже принадлежит хорошо известному в городе молодому человеку. Это Арби Хашаев. Он, кстати, тоже не раз попадал в объектив камер наших операторов и в поле зрения корреспондентов «Сигмы». А как иначе? Ведь именно такие люди, которые интересуются жизнью города не пассивно, а активно, чаще всего и оказываются в центре событий. Городская летопись в исполнении непосредственного участника всех событий – вот что можно найти на страничке Арби. Пролистал новоуренгойские странички вместе с вами Антон Нечаев. Увидимся!